Редкая экспозиция открылась в краеведческом музее «Дом на краю мира». Выставочный зал из хранилища принесли подлинные вещи и предметы народов Севера 19 и 20 веков. Подобной выставки не было уже 15 лет. Подробнее обо всем расскажет Алла Аксенова. Выставка о жизни народов Севера открылась сегодня, и мы ее первые посетители. Какие экспонаты представлены, нам поможет рассказать куратор выставки Ирина Федотова. Ирина, здравствуйте. Я знаю, что народам Севера были не чужды игры. Ну вот у нас не шахматы представлены, а детали от фишки от другой какой-то игры. Может быть, это игра, может быть, это нарды, игра типа нард. Некоторые фишки вырезаны из кости мамонта, но есть очень интересные фишечки, на наш взгляд, вылепленные из яичного белка. Вот они внизу, более темные по цвету отличаются. Предметы быта – хантов, манси, ивенков и ненцев. Посетителям представили самые интересные вещи из всего запаса. Разместили их так, как принято в чуме у северных народов. Левая сторона получается женская, правая – мужская. И соединяет эти две стороны вот такая инсталляция, две части инсталляция, что соединяет мужчин и женщин. Общее хозяйство, семейный очаг. Одежда, украшения, орудия для охоты – всего 150 предметов. Их на протяжении 20 века собирали работники краеведческого музея. Один из старейших экспонатов – чаплык. Это женская верхняя одежда хантов. Фонд музея платье поступило в 70-х годах 19 века. Все вещи требуют большого внимания, говорит Ирина Федотова. Мы не создавали каких-то вот особых специальных условий, как, например, для археологических материалов сложных. Ну, конечно, тоже надо соблюдать определенную температуру, определенную влажность и следить за подсветкой, чтобы излишнего нагрева не было. Поэтому некоторые лампочки в витринах были заменены на лампы холодного света. Следом на выставку подтянулись сиамичи. Ольга Баркова шла сюда специально. Кстати, ее профессия далека от истории и культуры. Женщина – преподаватель спортивных дисциплин. Хочется просто побывать, посмотреть. Я бы еще поближе познакомилась с их жизнью, потому что это очень любопытно. Ну, любому человеку и, как бы, ну, как вы говорите, к науке поближе. Вот очень интересно. Многое, что показали зрителям, в музей привез бывший директор Андрей Полошенков. В конце 30-х годов 20 века, когда Омская область простиралась до Северного Ледовитого океана, он организовал экспедицию в Заполярье. Привез в том числе уникальный для сегодняшнего времени экспонат – мансийское культовое место. Такого в других музеях нет. Это 7 идолов, которым поклонялись манси. И вот Андрей Федорович решил привезти это капище в наш музей. Манси очень негативно отнеслись к такому решению. Есть даже легенда, что они попытались отбить его при помощи оружия. Но Андрею Федоровичу и его коллегам удалось капище собрать и вывести. Сейчас можно по-разному смотреть на этот поступок Полошенкова, но надо, наверное, не забывать контекст тех лет, то, что шла борьба с религией, и, может быть, это капище просто-напросто бы уничтожили в рамках борьбы с религией. Над каждым экспонатом работали реставраторы. Однако время дает о себе знать. И вернуть первозданный вид уже не получается. Не все можно восстановить. Некоторые вещи при восстановлении могут погубить хорошо сохранившиеся части вещи. То есть иногда стоит пожертвовать какой-то частью предмета, чтобы он сам целиком остался полностью нормальным. У музеев есть правила, рассказали работники. Если вещь выставлялась месяц, она должна отдохнуть год. Выставлялась 5 месяцев, значит, должна отдыхать 5 лет. Эта выставка будет работать до конца марта, так что некоторые предметы, возможно, вновь вернуть зрителям через 2 года. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна 7.